В деревне Мокры Канашского района выясняют обстоятельства гибели младенца. На особый контроль этот случай взяли в правительстве республики. Мама вышла на улицу, оставив дома двухлетнего ребенка с ребенком 1 месяц 6 дней. И когда мама уже зашла домой, она увидела, что горит кроватка, люлька полностью. С ожогами ребенок был скорой помощью доставлен Канашским МЦ. И 14.26 констатировали смерть ребенка. По детской смертности от 0 до 17, по внешним причинам в этом году, к сожалению, мы потеряли 30 человек. Это один полноценный класс. И 40% у нас занимает внешние причины. Вот здесь надо, наверное, еще сильнее говорить об ответственности каждого родителя по отношению к своему здоровью, по отношению к своим детям. Касаясь учителей, психологов, педагогов, Сергей Владимирович, тоже, значит, информацию официальную, которая вот, она уже есть, по сути дела, Владимир Николаевич, довести до всех министерств. Но вроде бы данная семья в Канашском районе благополучная. Отец как бы занимается трудовой деятельностью. В Министерстве здравоохранения Чувашии держат на контроле и расследование еще одного уголовного дела. В Республиканскую детскую клиническую больницу госпитализирована 6-летняя девочка, избитая собственным отцом. Проверку уже проводят органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. По результатам осмотра установлен диагноз множественные ушибы и ссадины мягкой ткани головы, туловища, конечностей. И пациентка госпитализирована в отделении травматологии и ортопедии Республиканской клинической детской больницы. В настоящее время состояние средней степени тяжести, самочувствие ближе к удовлетворительному. Я официально заявляю, все находится под контролем. То есть информация, которая в меди прошла, она недостоверна, да. Искаженная. Лечение получает, уход получает.